раз ему на запад, а ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, и если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарища мой, чтоб со скорой победой возвратился ты домой. Жал подруге руку, глянув в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Запад и в другую сторону уходили комсомоль.